Хорошо клея хватило, да? Да. До замеса. А этот поднимается, да? Ну да. Ну ничего. Можно немножечко потрахаться. Ничего страшного. Это делается один раз. Никто не будет каждые там 3 года или 5 лет. И это все. Ага. Сделаю. До конца времен. Отдам. Да. Поэтому это делается один раз, навсегда, и можно напрячься, уже перенапрячься. А потом пить чай с лимоном. Ну вот, уже хорошо. Вам хорошо, и нам будет хорошо. Ах, какая розетка красиво получается, Женя. Римская. Римская мозаика. Надо будет Петверу профессору дать ссылочку, что такое ремонт ванной. Да нет, он человек, он не такой. Я думал, здесь беготни в какой-то суете. Да. Постоянно на каких-то... Вот такое делать, вот это все. Ага. Со стенами, с потолком, с газовой колонкой. Покажи, пожалуйста. Вот такое вот. Чтобы такое все делать. Со шкафчиком, с арками, с арочным окошком. Все-таки надо быть где-то дзен-буддистом, что ли. А мы и дзен-буддисты есть. Иначе просто взорвать он. Нет, это творческий. Бросить все, отрастить себе бороду и бродягой пойти по Руси. Ага. Как говорил Сергей Есенин. Да. Женя, у нас же творческий, у нас творческий, совершенно покусленный. Ага. Не вылазит. Уже 1.5 миллиметра сделали шов. Да, здесь мы поставили
Шов 1.5 миллиметра? Да. Потому что шов вообще здесь должен быть мизерный. Там мне еще даже сказали на консультации, Женя, менеджер сказала в магазине. Говорит, крестики эти должны быть 1.5 миллиметра, а то и миллиметр. Как можно меньше. Эта плитка не предполагает такой шов. Да. То, что в купеле, это в купеле. Там аркам. Ну ладно, все, хватит облизывать. Так, подожди, ты померил? Я думаю, ничего не произошло. Ты что? Абсолютно. Очень хорошо. Ундербитва. Ура, ура, ура. Гуд, ура.